Добрый день! Сегодня у нас обзор на кроссовки Adidas Crazy Light Boost Wall 2016. Верх данной модели выполнен из текстиля. На носке в районе большого пальца и на шнуровке есть прорезиненные полоски, которые не дают материалу растягиваться. На шнуровке есть нейлоновые петли с каждой стороны. Вверху есть два отверстия с дополнительной пластиковой фиксацией. Внутри есть сапожок на пол кроссовка. На язычке есть дополнительная петля для фиксации. Сзади в пятке есть пластиковая вставка. Она очень жесткая и хорошо фиксирует голеностоп. В подошве по всей длине есть буст. Также в подошве есть пластиковая вставка. Протектор данной модели выполнен в стиле резины Continental. Протектор похож на елочку. Кроссовки получились очень мягкими. Если есть вопросы или хотите приобрести данную модель, ссылка внизу в описании. Всем спасибо за просмотр.